десяток домов, деревушку и тучу, что дремлет над ней. Все это найдет отражение на белоснежных холстах, заставит в зефиродвижениях о пластовских думать местах. Ребята из Корсунской школы искусств активно готовятся к празднованию знаменательной даты – 125 лет со дня рождения Аркадия Пластова. Известным художником очень гордится его малая родина – Корсунский район. Поэтому и празднование ожидается масштабное. Выставки, посвященные живописцу, пройдут не только в регионе, но и за рубежом. У нас уже наметились ряд выставок. Это и в Москве, это и в Белоруссии. Мы сотрудничаем с Республикой Беларусь. В частности, в Минске, в Бресте, в Бобруйске пройдут наши выставки корсунских детей. В детской школе искусств развиты академические направления живописи и музыки. Примечательно то, что именно Корсунская школа хранит и передает особую художественную технику – линографию. Один из учеников школы продемонстрировал нашей съемочной группе умение работать с трафаретом и перенесением рисунка на ватман. Вот, собственно, сама техника выполнения линографии. То есть сначала мы сделали эту работу. С 31 января следующего года более 200 учеников школы искусств будут представлять свои полотна на выставках, участвовать в чтениях и выступать в народных коллективах. Главным акцентом в творчестве станет природа, красота родного края. Виктория Шикова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.